Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Сегодня у нас на обзоре новый классный хайп. Я смотрел ролики некоторых блогеров, и они говорят, что в прошлом уже работали с данным админом, и он хорошо давал заработать. Ну что ж, посмотрим, как будет здесь. Называется данный хайп MFO Capital. Стартовал 8 дней назад, то есть 15 февраля. Предлагает он 3 тарифных плана. Первый называется стандарт под 1,5% в сутки, инвестиции от $5 и 325 рублей. Также здесь есть такая фишка, как заем, то есть к вашему депозиту плюсуется 40% сроком на 40 дней. Далее, после 40 дней уже заем работать перестает и работает только ваш депозит. И на первом тарифном плане суммарный процент вместе с заемом будет составлять 2,1 в сутки. После того, как ваш заем перестанет работать, процент, соответственно, будет уже 1,5. Второй тарифный план называется выгодный. Предлагает 1,7% в сутки. Тут уже инвестиции от $1000 или 65 тысяч рублей. Заем здесь чуть побольше, 50%. И суммарный процент на время заема будет составлять 2,55. Далее будет 1,7. Третий тарифный план называется максимальный. Тут процент 1,9 в сутки. Инвестиции от $10 000 или 650 тысяч рублей. Заем здесь аж 60%. И суммарный процент на срок заема будет 3,4 в сутки. Далее будет 1,9. Все депозиты открываются сроком на 1 год. Также на каждом тарифном плане можно делать по одному депозиту как в долларах, так и в рублях. То есть один депозит в долларах, один в рублях. Но если вы, например, хотите для начала закинуть сюда $10 или 100, да, потом еще докинуть, то у вас второй депозит не создается, а просто сумма добавляется к предыдущему. И у вас работает уже дальше один депозит, но суммой побольше. Также есть интересная фишка, если, например, вы будете по чуть-чуть докидывать и ваш уже депозит составит более $1000, то вы автоматически перейдете на другой тарифный план. Вот так интересно здесь работает маркетинг. Также есть калькулятор прибыли, на котором вы можете рассчитать вашу прибыль. Вот на примере $100. Общая прибыль за 365 дней составит $572, за 180 – 294, ну и так далее. Ну это, конечно, в том случае, если данный хайп проработает год. Хотя сейчас это редкость, но такое все-таки возможно. Итак, далее идем по статистике. Да, кстати, есть вот отзывы партнеров, можете также посмотреть, кому интересно. По статистике инвесторов уже за 8 дней 1038, инвестировано $48 500, выплачено 3500, и можно смотреть последние депозиты. Вот, кстати, мой депозит, интернет и деньги $5, я пока что зашел на минималку, и можно посмотреть последние выплаты. Далее, по партнерской программе. Она здесь также очень интересная. На тарифе стандарт у вас будет вот такая вот партнерка в 3 уровня, 3, 2 и 1%. На тарифе выгодный партнерка уже чуть повкуснее, в 4 уровня, 4, 3, 2 и 1%. И на тарифе максимальный будет вот вообще классная партнерка, 5, 4, 2 и 1%. Также есть реферальная программа для представителей, она в целых 5 уровней, 8, 5, 3, 2 и 1%. И вот тут написано, чтобы узнать, как стать представителем, нужно написать в поддержку вот на такую вот почту. Ну что, теперь давайте перейдем в кабинет. Итак, ребят, вот так у нас выглядит кабинет. Прежде всего, вам надо будет зайти обязательно вот сюда, в раздел «Платежные реквизиты». Тут прописать ваши платежки и их сохранить. Кстати, по платежкам есть Advanced Cash, Bitcoin, Ethereum, Perfect Money, Pair, Kiwi, Яндекс Мани. Вот такие у нас тут присутствуют платежные системы. Далее, давайте я вам покажу мой депозит. Перехожу в раздел «Депозиты». Вот мой депозит в размере $5, статус активный. Я его, кстати, только что создал. Давайте перейду на Pair и вам покажу. Вот магазин MFO Capital $5. И также вот мой заем в сумме 40% от моего пополнения $2. Заем стандарт. То есть он тоже работает. Как пополнить баланс
и создать депозит. Можно посмотреть вот в этом ролике. Жмакаете, у вас открывается видео. И также как взять заем, также есть ролик. Хотя давайте я вам быстренько все расскажу. Так, чтобы создать депозит, надо пополнить баланс, а депозит впоследствии создается уже автоматически. Итак, вот тут выбираете валюту, рубли или доллары. Тут выбираете платежную систему. Тут прописываете сумму и нажимаете пополнить. Далее переходите на платежку, которую выбрали, и пополняете баланс. Вот так у вас создается автоматом депозит. Далее, чтобы взять займ, возвращаетесь в депозиты и займы. Вот тут уже внизу выбираете либо рубли, либо доллары. Обязательно выбираете ту валюту, в которой создавали депозит. Нажимаете на нее, у вас появляется кнопочка «Взять заем», и вы нажимаете на нее. И у вас также автоматом уже создается заем. Также есть у нас, естественно, раздел «Рекламные материалы». Вот такие у нас есть баннера, с помощью которых можно рекламировать данный проект. И есть раздел «Реферальная система». Вот тут будет ваша реферальная ссылка, ваш реферальный процент. Ну и, собственно, можете следить за оборотом вашей структуры. Да, кстати, важный момент. Если вы здесь не откроете хотя бы минимальный депозит в размере $5, то реферальные бонусы вы получать не будете, потому что здесь, чтобы участвовать в партнерской программе, обязательно нужно иметь активный депозит. Вот такие вот здесь правила. Так, дальше, ребят, давайте, кстати, посмотрим на отзывы. Вот у нас отзывы, вот можно уже читать комментарии, 40 рублей. Далее, что у нас 22 февраля, это вчерашний, 52 цента. В общем, отзывы у нас есть. Также давайте посмотрим статус проекта на AllHypeMoon. Так, у меня немножко подвисает ноутбук. Так, вот у нас статус. Работает 8 дней. Все отлично. Вот на скольких форумах уже созданы темы. И вот все мониторинги. Как видим, RichMonkey, GQ Monitor, Profit Hunters. То есть, как видим, здесь уже потихонечку набирается реклама. И, как можно видеть, везде висит статус «Платит». Ну, в некоторых в ожидании. Так, и еще, конечно же, можно посмотреть полную статистику вкладов на сервисе HypeSlog. Есть такой сервис, давайте посмотрим. Итак, вот такой сервис. Здесь нам нужно ввести название или домен проекта. Давайте ставим в строку. И вот есть, как видим, статус платит. Давайте перейдем. Опускаемся чуть-чуть вниз. Смотрим. Вот вся информация о данном проекте. Можно посмотреть, какой скрипт, какой хостинг, все форумы, ранг на Алексе, а также IP-адрес, регистратор домена, срок регистрации домена, как видим, до 31 июля 2019 года. Далее вот блоги. На всех, как видим, стоит статус платит, все мониторинги. Также вот у нас есть хронология событий. Лотборг добавил статус платит. Е-инвест платит, хайп регуляр платит, в ожидании, извиняюсь, и Hunter Money статус платит. Ну, собственно, за этим здесь на данном сервисе можно следить. Также давайте посмотрим по статистике выплат. Итак, статистика вкладов у нас на сегодня в данный проект $1028 и $256 выплачено. Вот такой вот, ребят, интересный проект. Я думаю, что здесь все будет хорошо, что он должен бы, да, проработать, потому что реклама потихонечку закупается и, собственно, идет развитие проекта. Будем надеяться, что он хорошо отработает и мы все здесь заработаем. Я, конечно же, зашел на минимальную сумму, но думаю потихонечку здесь также развиваться. Ну что ж, вот такой вот был обзор. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ссылочку на проект оставляю в описании. Ну а вы были на канале «Интернет и деньги». Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.